Кто из русских мореплавателей первым совершил кругосветное путешествие? Ни для кого не секрет, что первое в мире кругосветное путешествие совершила испанская морская экспедиция под руководством Фернана Магеллана в 1519-1522 годах. Но вопрос о том, кто совершил подобное в истории российского флота, часто ставит в тупик. Итак, первая кругосветка российских мореплавателей началась в 1803 году. Экспедицию на кораблях «Надежда» и «Нева» возглавил Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский. Их путешествие продлилось 3 года. Кругосветное плавание Крузенштерна и Лисянского внесло огромный вклад в географическую науку. Были уточнены координаты многих островов, а также появилась совершенно новая наука – океанология. Да-да, именно команды судов «Нева» и «Надежда» первыми в мире занялись целенаправленным изучением глубин Мирового океана. Подпишись, чтобы узнать еще больше интересных фактов из истории.